17 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программа «Хочу домой» о собаках, кошках и других животных, которым нужен уютный дом. Нужно ли чипировать собак и какой знак вешали в 90-е на ошейники? Как бороться с безответственными владельцами и нужны ли штрафы за плохое содержание животных? Гости в студии – представители общественных организаций городского и областного клубов собаководства, а также видеовизитки собак и кошек, готовых обрести свой дом и заботливых хозяев. Смотрите программу «Хочу домой» 17 сентября в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».